Учебно-соревновательный сезон стартовал. Первых успехов добились коллективы «Ардансы» и «Инфинити» под руководством тренеров Татьяны Валеевой, Татьяны Бутусовой и Дины Обтукаевой. Нефтекамцы приняли участие во всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике, которые прошли в Анапе с 10 по 12 сентября. В дисциплине «Кадеты аэробика» команда «Арт Инфинити» завоевала пальму первенства. «Арт-данс» же взял серебро в дисциплине «Аэробика» 5 человек «Кадеты». После успешного выступления юные нефтекамцы готовятся к Кубку России и чемпионату мира, который пройдет во Франции в конце ноября.